23 февраля не просто выходной, а день памяти обо всех тех, кто отдал жизнь за други своя. Глава Новосибирской метрополии принял участие в церемонии возложения цветов на монументе славы. С подробностями наши коллеги. В праздничный для России День защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов к вечному огню на монументе славы воинов-сибиряков. По уже сложившейся многолетней традиции отдать дань памяти и уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины, всем, кто приближал великую победу на фронтах и в тылу, а также участникам локальных военных действий, пришли ветераны, школьники, жители, руководство города и области, духовенство Новосибирской епархии во главе с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. День защитника Отечества – это значимый день памяти для нашей страны. Мы сегодня воздаем честь и хвалу всем тем, кто посвятил свою жизнь служению на благо Отечества, защите нашей Родины. Но вспоминаем и тех, кто отдал свою жизнь на благо Отечества нашего. И вот сегодня, по традиции, здесь, на монументе славы, мы возлагали цветы памятнику Матери Родины, вспоминая подвиг всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину нашу. Им всем вечная память, а всем тем, кто сегодня у нас в погонах защищает нашу отчизну, им здравия и крепость.